Всем привет! Как и обещали, пришли мы на премьеру спектакля «Маркус и девочки». Но пришли, правда, на час раньше. Так получилось. Вот сейчас погуляем немножечко в красивейшем месте. С клумбами. Вот там раньше были тюльпанчики, а теперь вот другие цветочки высадили. Вон папа наш сидит. Сейчас двинемся к молодежному театру. По возможности все покажем. Вот какой у меня есть пригласительный билетик. Это нам Женька достал по большому блату. Как артист театра. Да, Тамбовский молодежный театр. А когда-то был кинотеатр «Спутник». Тут даже в 90-х годах и в начале 2000-х тусовались рокеры местные, тамбовские. И мне как-то даже пришлось тут тусить. Ну, не пришлось, а довелось. Потом его закрыли. А потом вот сделали такое замечательное место. Тамбовский молодежный театр. Я считаю, что очень хороший театр. Всем рекомендую. Адрес его Астраханская, 2А, по-моему. По-моему, билет стоит в районе 400 рублей. 450, что ли, как-то так. Афиша. И что написано? Ой, я нашла Женьку. И есть. Ага, черлидер. Ну, почитай, почитай. Все-таки клевое место, да? Камерный зал. Жалко, что тут не написана цена билета. Thank you.
Тетя не останавливает стен. Нужде она решается на все. И потому что мы твои родные.
мы и не расходимся. Сейчас у нас дискотека. Будем